гости. Рад всех приветствовать. На самом деле Казань – это наш самый первый филиал нашей региональной сети. И самый первый филиал города, в котором появился наш второй флаг, который мы открыли, открываем сегодня второй офис. Открытие здесь наших подразделений, безусловно, экономически очень оправданно и закономерно. Больше там 100 точек присутствия, где мы уже находимся там, в России, в Казахстане, в Украине, в Узбекистане, в Германии, на Кипре. Причем вот в первых 4 странах у нас действительно большая филиальная сеть. Мы являемся одним из крупнейших брокеров. Друзья и коллеги, я очень рад, что мы сегодня открываем наше второе отделение в городе, и это Казань. Нам сегодня очень повезло с погодой, и мы не просто так открываем второе отделение в Казани, мы открываем его, потому что Казань на самом деле сейчас, Казань первый из всех городов России у нас после столицы достиг такого размера, что нам потребовался второй офис для того, чтобы работать с нашими клиентами. Для меня это очень радостно. На самом деле, несмотря на то, что есть города с большим населением, у нас действительно есть очень сильная и крутая команда, которая показала потрясающие результаты. Мы смогли завоевать за эти годы доверие наших клиентов. И наш самый первый офис, который мы открыли за пределами Москвы, у нас действительно появился здесь, в Казани. Сейчас у нас в Казани появляется наш первый, второй офис. Спасибо вам большое за ваш профессионализм, за ту работу, которую вы делаете уже много лет подряд. Я уверен, что у нас впереди много еще более сложных и интересных вызовов, с которыми нам надо будет столкнуться. Раз, два, три. Удалось заслужить доверие достаточно большого уже количества наших клиентов. И мы понимаем, что когда ты работаешь с достаточно состоятельной аудиторией, с достаточно интеллигентной аудиторией, тебе нужно уметь соответствовать, в том числе, тем стандартам, которые от нас требуют. Уважаемые друзья, всех рад приветствовать в нашем новом офисе. Это большая честь для меня открывать второй офис в Казани. Мы много сделали для того, чтобы дойти вот до такого уровня развития, какой мы сейчас имеем. И это большая заслуга в первую очередь вас, как нашей команды. Как без людей, без вас не было бы этого офиса, не было бы этого прорыва, который мы на самом деле сделали на всем инвестиционном рынке в Казани и более того в Татарстане. Мы надеемся, что этот офис позволит вам еще лучше, еще более качественнее обслуживать, принимать, работать и быть на той высоте, которая позволит добиться неимоверных результатов, и мы в это верим. Ребята, поздравляю вас с тем, что у нас появилась такая крутая, современная, высокотехнологичная площадка для того, чтобы реализовать свои цели, цели и задачи компании, цели клиентов. У вас все обязательно получится, и здесь представляется возможность сделать это вам легче. Пусть у вас все получится.